Всем привет, дорогие друзья, с вами Промикс, и мы продолжаем проходить мастер-лигу за Севилью. Следующий матч у нас матч против Скваноера, Куба Короля Испании по футболу. И обсуждая предыдущий матч, можно сказать, что я рад, что у меня наконец-таки первый сухой матч. Но немного печально, что матч получился, наверное, для вас не самым зрелищным, что меня в определенной манере расстроило. Также УЕФА объявила лист лучших игроков. Лучшим игроком УЕФА стал Лионель Месси, за которого проголосовали 28 делегатов. За Роналду проголосовало 14, за Иньесту 10, а про Рибери ни слова. Также давайте посмотрим, как закончился второй тур Испанской Лиги, где мы обыграли Хетафе 1-0. Альмерия 2-2 сыграла с Атлетиком. Атлетико Мадрид проиграл Леванте. Вот так вот. Барселона сыграл 2-2 с Малагой. Реал Бетис 4-0 Осасуну выиграл. Сельта Дель Виго 1-0 Райо Вальекано. Эльче проиграл Реал Мадриду 2-0. Эспаньол 3-0 выиграл Реал Сосьедад. Гранада проиграла Валенсии 1-0. И Вильяреал выиграл Реал Валядолид 2-1. Ну что ж, и у нас дальше просто жуть идет. Весь месяц матча, и только в конце месяца перерыв перед матчем с Райо Вальекано. Но зато у нас будет первый матч Лиги Европы, как я ждал. Так, и посмотрим на турнирную таблицу нашей лиги. Вот она, стендингс. Мы на втором месте, потому что Реал не пропустил ни одного мяча за два тура. Мы пропустили три, к сожалению, от Эльче. А забили мы столько же, сколько и Реал, но мы на втором месте. Барселона, она выиграла матч против Райо Вальекано, если не ошибаюсь, и сыграла в ничью с Малагой. Вот так вот. Тоже больше смотреть нечего, наверное. Давайте посмотрим на азиатскую лигу. Что там интересно? Азиатская лига. Вот она. Чемпионов. Очень здорово, как по мне она выглядит. Я следить буду за Пахтакором. Мне интересна его судьба тут. А его тут нету. Либо я его пропустил. Бюнуткор есть? Пахтакора нету. Ну и ладно. Фиг с тобой тогда. Лига чемпионов, блин. Азиатская без Пахтакора. Как так? О, господи. Это же Ода к радости Бетховена. Как я ее обожаю. Девятая симфония. Четвертая часть. Здорово. Ладно. Не буду задерживаться тут. Так. Собственно, давайте посмотрим на группы Лиги Чемпионов. Для начала плей-офф. Арсенал выиграл Реал Сосьедад 2-1 и прошел в групповой этап. К сожалению для нас, ведь Реал Сосьедад испанская команда. Леон проиграл по гостевому параметру Лиги из Варшавы Польско-Бело-Червани. АПЛ проиграл Пасушу до Феррейра. К сожалению, Пассаж дома забил больше, чем АПЛ у себя дома. Поэтому Пассаж прошел дальше. Гарнетова проиграла Селтику 2-0. Фиорентина выиграла 5-2 ПСВ. В итоге группы у нас вот такие вот. Группа А. Манчестер Юнайтед, Милан, Порту, Пабро Вайстен. Челси, Фиорентина, Байер, Пассаж до Феррейра. Барселона, Галатасарай, Шахтер, Андерлехт. Оу. ПСЖ, Атлетик, ЦСКА, Пуничого. Чего это за команда? Пуничонго. Да. Ювентус, Арсенал, Зенит, Тилсервагин. Бавария, Марсель, Олимпиакос и Легия. Реал, Шальке, Аякс, Элтик. Вот такая вот прикольная группа совсем.
ништячковая. Манчестер Сити, Наполи, Бенфика, Копенгаген. Вот и все, вот такие вот группы. А мы играем в группе с Брагой, Марчденьей и Черки с Маджио. Да уж, Реал Сосьедад с Интерном поелом и Кельжмиевски. Кто тут еще из Испании есть? Валенсия с Пауком, Митло Чанти и Кулуговинском. Господи. А, Реал Бетис, Удинеза, Макаби, Кельсбург, Малага с Лацо, Эстерель Прайя и Куа. Кварпелатер Сити. Ужас! Все. Мы в группе А, что ли? Да ладно. В группе И. Понятно. Как же сыграли Челси и Бавария? Не сыграли они еще. Вот сегодня вроде как играют. Значит, завтра посмотрим. Ну что ж, в нашей гонке бомбардиров... А, кстати, нет, еще не то. Клуб ранкинг смотрели, это смотрели. А мой тим, сквадлист. Кто больше всего мячи-то забил? А, интересно мне. Сезон. Да нет, не этот, Player Records. Вот этот вроде. Да. Так, больше всего мячей забил... Больше всего мячей забил в Лиге Перотти. 3 мяча за 2 матча. 2 мяча еще забил Марко Марин. Также еще на счету Перотти 1 голевая передача. И желтая карточка. Да, вот так вот. Получается, что Перотти и Марко Марин самые полезные для клуба игроки. Ну и Гуарента получается. А, Ракитич, да, точно. Ракитич, Рейс еще гол ведь забил. Пропустил я как-то его. Гуаренте сыграл неплохо в матче с Хетафи. Так, Скваноер, ну я думаю, вперед, да? Вперед, конечно. Что же еще тут? Ну что ж, а вот он. Кампионато де Испания, Копа дел Эсмелере. В общем, Кубок Короля. Скваноер из второго дивизиона. 1/16 финала кубка. Так, ну вперед, next match. Форма какая-то у вас коричневая, нехорошая. Я буду играть тогда в красной, чтобы вы покрасивше смотрелись, покрасивее. Так, геймплан. Траховский, заменю я, поставлю Сиженкуда. Ну, вообще, сделаю ставку, короче, на второй состав. Так, Крис СС, да? Да, Сиженкут, АМФ. Перотти, уходи, Перотти, уходи, уходи, Перотти. Давай, вали. Тебе тут не рады. Самперио. Так, Барбелла, что ли? Ну ладно. Так, Эльмановский, конечно же. Исраэль Пуэрто. Так, Ника Пареха. И кого же еще-то? Кондогби еще ни одного матча не играл. Вот такой вот состав. Сейчас еще немного подправить. Хесус Сервас не играл. Так, Траховский, Марко Марин, Ботти, Мадура. Медаль, медаль. Вот такой вот состав. Среднее где-то 77
Общий параметр у всех. Вот так вот. А, бета. Ну, конечно же, не хотелось бы Хави Варас составить, но я надеюсь, он без ошибок проведет матч свой. Вот такой вот второй состав я поставил, прям как Спартак против Сангалина. Лишь бы меня не ждала та же участь. Так, персональная опека, чуть не забыл. Конечно же. Израиль Пуэр, то ты тоже без работы не останешься. Так, ну конечно. Марк Ситингс. Так, ты, Марк Ситингс. Дарбейн, у тебя же другого нету выбора. Да. Эльмановски. Дируэ, да, какого-то там. Так, и все. Кала. Ну, Калу надо выпустить бы. Хотя вряд ли компьютер его выпустит, но все-таки я вот так вот сделаю. Бета посидит у нас сегодня. Альберто Морено также не выпускался еще. Надо тоже его поставить. Ты еще у нас не играл. Русеску. Вот так вот. Так, Сесиня, Алексис, Пиротти, Наварро. Наварро играл. Коук играл. Федерик Фацио играл. Баба. Баба. Так, Рейс, Бето, Ракитич. Пиротти, Наварро, Алексис, Сесиня, Гуаранта. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Бето. Все, короче. Вот так вот оставим. Только Рейза вместо Мадура поставим. Вот так вот. И Даниэль Кариссо. А, но все равно. О, Бету. Настрой плохой. Так, поставим мы сюда. Ну, пожалуй. Ну, не играет, да, что уж делать. Все. Кто у нас капитаном, кстати? Давайте как... Да, Сиженкут у нас капитаном будет. Вот так вот. Ну что ж, и на этом позвольте мне прерваться. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Промикс. До скорых встреч. Ждите матча с Кваной Арсевилья.